Встречу в Белом доме с Фабианой Росалес, супругой лидера венесуэльской оппозиции, Дональд Трамп начал со следующего заявления. Россия должна оттуда уйти. Президент и вице-президент США встретились с Росалес, чтобы еще раз публично поддержать Хуана Гуайдо, в январе объявившего себя в Рио президента страны и признанного в этом качестве десятками государств. Мы хотим предупредить всех, что в Венесуэле президент все время находится под угрозой нападения. Есть репрессии, есть тюрьмы, и они применяют в его отношении меры подобного устрашения. Но он не свернет со своего пути. Нахождение в Венесуэле российских военных подтвердила в начале недели Москва. В стране начались отключения электричества, и Каракас утверждает, что ответственность за блэкаут на США, поскольку, по словам властей, причиной аварии на ГЭС стала организованная из США кибератака. Вашингтон, как сообщал Рейтер, полагает, что в числе прибывших военных есть и специалисты по кибербезопасности.